Как проверить настройку толщин линий в AutoCAD? Первоначально, если у вас в панели свойств нашего слоя уже задана толщина, то есть вес линий, но на чертеже вы не видите никакой разницы между линией, построенной в различных слоях, это линия в слое нулевом, это в линии в слое 50, который я сделал, активировать. Вес линии необходимо нажать в правом нижнем углу на три полоски панель адаптации. Здесь нас интересует функция толщина линий. Она у вас появится в нижней части экрана. Сделав эту функцию активной, нажав по ней один раз левой клавишей мыши, толщина линии должна измениться.